Привет! Что-то вообще ничего не понятно. Еще раз, где мы? Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Сейчас мы будем делать миньона. Ну, наконец-то. Теперь все понятно. Ну, то я. Кто будет делать миньона, Егор или Алиса? Егор. А Алиса что будет делать? Открывать. Ну, помогать будешь Егору делать, да? Да. А кто тебе еще будет помогать миньончика делать? Мишка и Кала. Мишка и Кала? Да. А где Кала? Мы Кала не видим. Они он спрятался. Большой Мишка и маленький Мишка. Да? Она его слала Карлу. Большой Мишка? И вот сейчас мы покажем. Нет! Маленький Мишка там Кала. Вот он Кала там спрятался. Это Алисины друзья. Ну доставай, доставай. Егор сейчас будет собирать, а ты все доставай. Так, о, Алиса подоставала. Так, аккуратненько, не сверни. Это макет миньончика, да? Так. А я буду сама отклеивать это все. Ты будешь отклеивать? Ну, отклеивай, Егор тебе. Егор будет делать, а ты отклеивай. Ну, Егор, а ты очки тогда доставай, пока она там отклеивает. Так, что там Алиса отклеила? Ручки. Ручки? Ножки. Ножки. Подожди, там же еще ножки. Ножки тоже отклеивай. Ты забыла, что ли? Ты только ручки отклеила, ножки теперь черненькие. Нет, постойте. Ножки потом еще на... Ножки, что будет на вот это одевать. Ну, она просто отклеит, а ты потом приклеишь на синенькую. А если она их отклеит вот этой вот пленкой? Ничего страшного, на пальчиках подержит. Отклеил. Вот все, теперь держи так на пальчике и жди, пока Егор наклеит. Так ты сам же... А, это ты ручки делаешь? Да? Да, на ручки тоже вот так. А это ноги. Это ноги, это тапочки у миньона, да? Да, тапочки. Тапочки? Да, да. Ну подожди, это тапочек. Это теперь надо ждать, когда Егор комбинезон миньончику оденет, да? Это я буду. Ты будешь? Да, я буду отклеивать. Нет, если так не будешь. Он какой-то огромный тут. Огромный комбинезон. Но он же большой. Он же большой, толстый миньон, да? Да. И ты ко мне не дала ногу. Аккуратненько, Алиса. Аккуратненько отрывай. Он видишь какой? Чтобы он не порвался, да? Ой, тут точно. На, подержи свою ногу. Большой толстый миньон получается, да? Да. Комбинезон, наверное, там размер... Это Боб. Боб? Да. Это ты его так назвала? Да, нет. Это Боб. Нет, он тут... А у них имена, что ли, есть у миньонов? Да. Это Боб? Да. На самом деле Боб, что ли? Где? А, там написано, что это Боб. Да. Точно. Да. Я не знал, что у миньонов имена еще есть. Ну, да. Ты на фильм с вами не ходил. Ну да, я на фильм с вами не ходил. Но это добрый миньон или они все добрые? Добрые. А, да. Они все добрые? Смешные. Смешные? Смешные и добрые. И неумные. И неумные. Неумные? Да. А почему они неумные? Потому что они неумные. Ну, так а почему они неумные? Потому что они неумные. Неумные. Неумные? Совсем неумные, что ли? Mm-mm. Они что, глупые, что ли? Да. А почему они глупые? Потому. Ну почему? Ну чуть-чуть. Они чего, делать ничего не умеют, что ли? Или все делают не так? Ну, умеют делать, но они чуть-чуть умные. Чуть-чуть умные? Да. Да? Да. А, Алиса, а тебе какой миньон больше всего понравился в мультике? Боб. Боб? Вот которого вы сейчас делаете? Да. Маленький Боб. А он добрый? Да. Да. Он самый маленький среди них. Самый маленький? Ну, по размерам не скажешь, что он самый маленький. Он такой толстый. Да. Размер XXXXXL, наверное, будет, да? Нет, он просто миньон Боб. Он просто миньон Боб? Да, как я смотрела, он Боб. Как ты смотрела? Да. Но он большой. Говорит, самый маленький, а мне кажется, он самый большой. Да. Или еще больше миньоны есть? Ой, он да, маленький. Да, маленький? Больше. Да. Вот это так. Разве маленький называется? Да. Mm-hmm. То Боб большой, то вот это маленький. Не трогай, не мешай. Вот это маленький? Не трогай. Вот это маленький? Да, вот это маленький. Так, так. А у Алисы что там, башмачки? Нет, ручки. Башмачки.
Носмочки на ножки. Да? Да. Так, вот это вот куда уже такое что-то. Что там еще? Там еще вот эта полосочка такая. А какая полосочка? Полосочка. Получается стальной слой. Желтый, синий, черный. Ну, Алиса, там... какого цвета миньончик? Ну это ты Егору давай полоску. Он... Это ротик, наверное, у миньона, да? Да, вот. Да, ротик. Ну сначала надо, наверное, глазки одеть, очки, чтобы потом относительно вот. Глазок. Вот. Или ты угадаешь? Ну, угадаю. А я угадаю. Ой, осторожно, Алиса, там еще что-то выпало. Что? А, это зрачки. А. У него разноцветные глаза, что ли? Да. Один глаз зеленый, другой синий. Нет, ой, красный. Так. А даже вот эти два круга. Так ты сначала очки одень, а потом в очки вставишь круги. А то потом как ты очки будешь одевать? Не, посмотри, круги, на круге эти очки. А вдруг они у тебя не попадут? Очки-то у тебя по размеру должны быть. Как раз вот попадают. Ну давай делай, я потом посмотрю, как у тебя получится. А где еще один глазик? У тебя очки сдвинутся, это будут криво. А где еще один глазик? Делай сначала очки. А где еще один глазик? Я не знаю. Упал что ли? Нет. Где? Где еще один глазик? Я не знаю. Ты не знаешь? Что, он одноглазый миньон что ли будет? Да. Нет. Алиса идет. Нет. Ну вот. Куда? Куда вот глазик? А, во, нашли глаз. Зеленый глаз потерялся. Дай. Данечка. Данечка, я посмотрю. Да. Один красный. Один красный, а другой? Зеленый. Красный как по-английски? Red. А зеленый? Green. Зеленый, green. Это миньон какого цвета? Yellow. Yellow. А комбинезон у него какого цвета? Blue. Blue. А тапочки какого цвета? Black. Blue и black, правильно. А ручки какого цвета? Тоже yellow и black. Yellow и black. Молодец. Алиса у нас учит английский язык и нам сейчас рассказала цвета, которые есть у миньона, да, у нашего? Mm-hmm. Да, Алиса? Что? Ты любишь учить английский язык? Нет. Нет? А мне кажется, ты любишь учить английский язык? Английский. Что ты делаешь? Что Алиса такое делает? Сама аппликацию делает? Да? Да. Да? Это личная аппликация, будем называть. Алисина аппликация? Да. Угу. А что ты будешь сейчас делать с этой аппликацией? Миньон. Миньона? Да. Так миньона Егор делает. А ты своего мини-миньона делаешь? Да. Да, он смотрится. Еще сейчас вот. Ну кто был прав? Папа. А? Папа. Ну так папу слушать всегда надо. И вот это черненькое. И вот это черненькое. Да. Ну, Алиса у нас сейчас еще супер маленького миньончика сделает, да? Да. Алиса может быть вот тут вот. Постой, его что, на очки надо наклеивать? Кто тебе говорил, что сначала очки нужно приклеить? Папа. А кто не послушал? Алиса. Да? Да. Алиса вот как раз слушает. Что там Алиса у нас делала? Миньончик. Миньончика? Да. Прикольного Алиса миньончика делает. А Мишка с Калой сидит и смотрит. А Кала у тебя упал. Он стоял и упал. Посади его, он тоже хочет посмотреть, а как вы миньончика вот делаете. Вот этот или вот этот? Кто Коала? Этот. Да? А это обыкновенный Мишка, да? Да, Алиса? Да. Вот. Теперь голубоненькое. Все. Обстойте. Еще. Да, что? Да, Алиса. Я все хочу. Там? Нет. Или еще что-то? Еще. Да. А что там? Сумочка. На глазик. Где сумочка у него? Вот. На глазик еще надави, а то там глазик еще не приклеился. Там, где зеленый. О, вот. И голубое я беру. А Алиса у нас там мастерит из остатков что-то своего миньона делает. Вот эту вот сумочку. О, какой красивый миньончик получился. Здорово, да? Mm-hmm. Алиса, тебе понравился этот миньончик? Mm-hmm. Как его зовут? Боб. Боб. Миньончик Боб. Добрый миньончик Боб. Из мультика миньончик. Про миньонов, да? Миньоносим. Ну что, всем говорим пока-пока. Пока. Подписывайтесь.
Подписывайтесь на наш канал в гостях. Алиса Егор, всем пока-пока и ставьте палец вверх. Я вас люблю. И Алиса вас любит и показывает вам сердечко. Здорово.